с большим удовольствием приветствую вас здесь, в замечательном зале, концертном зале Историко-художественного музея. О встречах с оркестром русских народных инструментов, которые проходят здесь каждое последнее воскресенье месяца, мы уже можем говорить, что стали они замечательной, доброй, хорошей традицией. А вас, наших зрителей, конечно, можем называть добрыми друзьями оркестра. Сегодняшний концерт назван «Вечно юные мелодии». Возможно, кто-то знает, что в английском языке есть устойчивое выражение, которое в переводе означает «неувядающие, вечно зеленые мелодии». Так говорят о музыке, популярность которой с годами не проходит. Я уверена, что у каждого из вас есть такие любимые, дорогие сердцу мелодии. Нередко эти мелодии приходят к нам из кино и остаются связанными в нашем сознании с какими-то кадрами, яркими кадрами кинофильмов. Именно в таком тандеме они сегодня и прозвучат. Это знаменитая «Вечная любовь» из кинофильма «Тегеран 43». Это тема из кинофильма «Крестный отец» и многие другие. Иногда мелодии, любимые мелодии, живут своей жизнью, и мы уже с трудом помним, откуда они появились и идут с нами рука об руку в течение всей жизни. Ну, например, тема Лары Мишель Жара из кинофильма «Доктор Живаго». И сегодня мы решили провести такой своеобразный эксперимент. Сегодня эта песня прозвучит, мелодия прозвучит с кадрами из современного российского кино. Конечно же, нельзя было обойти мимо и пройти мимо такого мелодического богатства, как песни группы «Битлз», песни группы «Абба». Эту музыку вы также сегодня услышите. Более того, обратите внимание, что сам концерт пройдет в необычной форме. Форме игра музыкантов, их эмоции сегодня будут вам, зрителям, незаметны. На некоторое время вы останетесь буквально наедине самим собой и с музыкой. В концертной программе принимают участие солистка областного музыкального театра Светлана Кручинина, партия фортепиано Инна Шварц, конечно же, на сцене замечательный оркестр. Thank you.
знаменитая лунная серенада Елена Бендера. Thank you.
Thank you.
хотелось бы, чтобы прозвучало еще одно произведение, которое очень красивое, и споет его для нас Светлана Ручинина. Thank you.
попурри, если вы не против.
по мы, если хотите. Можно исполнить еще одно произведение. Который в этом году отмечает свое 25-летие.
И, конечно, вы сами понимаете, пусть оркестра ничего бы не получилось, поэтому я еще раз попрошу коллективу аплодировать. Хотят отдохнуть, но в следующем сезоне мы со следующими новыми силами, как я надеюсь, после отпуска нас ждет опять очень много интересных программ, концертов, в том числе и в здании историко-художественного музея. Спасибо большое.